Всем вас продолжаем играть в Министр оф Бродкаст. Сейчас вот записывал еще одно видео. Два видео подряд записываю. Так. А, точно. Точно. Вспомнил, что мне тут надо сделать. Прыжок. Очень давно не записывал видео. Так. Забыл, что надо сделать. А, вспомнил. Здесь надо перекрыть. Потом нужно бежать туда. Бежать обратно. Наверх. Перекрыть. Перекрыть. Наверх. Направо. Сбросить. Наверх. Налево. Открыть. Прыгнуть. Бежать. Прыгать. Перепрыгивать. Беги. Стоять. А я не успею. Почему я тогда успевал, когда мне нужно было? Открыть. Я сейчас буду мастером этой игры. Налево. Стоять. Наверх. Перекрыть. Наверх. Направо. Сбросить. Вперед. Прыгнуть. Открыть. Прыгнуть. Прыгнуть. Бежать. Бежать. Прыгнуть. А как он узнает, что я здесь? Не успею, да, с ним? Не успею. Как он узнает? А? Или что-то я неправильно делаю? Вроде правильно. А ну стоять! Не догнала, не смогла. Ой, а ну спускайся. Ой, 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 ой. Что ты мне делаешь? Давай, открывай, не падай наверх, вниз, прыгай. А почему он меня этот ловит-то? Нет, я не успеваю. Что, издеваетесь, что ли? А, может, здесь надо ставить? А это туда погнать? Потом. Это он допрыгнул, нет? А, должен допрыгнуть. Должен допрыгнуть. Ну, в тот раз же этот. Он меня не спалил. Ну. Чего узнать? Могу же допрыгнуть? Могу. Ну беги, беги, беги. И все. Что-то в тот раз. Да. Давай. Не успей, сейчас еще. Почему-то мне в тот раз обманули. Чего это? Ну что есть? Кривики. Кто знает? А, игровой автомат! Жаль, не работает. Может, в следующей игре допилит. В смысле, в следующем шоу. Пираньи. Вы мне не нужны стоять.
какие? Справа одни пираньи. Тут другие пираньи. Что, издеваетесь, что ли? Как тут пройти? Спасибо. Так что? Будет сложно. Но я поплыть. Спасибо. Давай, 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 плыви, плыви. Быстрей, 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 быстрей. Стой, стой, стой. Ну! Учимся всей семьей. Ну, последняя фреска. Рассказ о ней можешь пропустить, если хочешь. Говори уже, ну. Чтобы поддержать власть, было основано Министерство вещания. Резонно. Почему? Что будет, когда закончится место для постройки стен? В среде люди всегда есть место, где возведут новые стены. Стоит начать их возводить, остановится тяжело. А, ты у нас философ. Каркнул ворон, нет стенам. Ничего не произошло. О! Эту я не ожидал. Что ж, посмотрим, что там внизу. Надеюсь, Фрэнк этого не услышал. Вот так жесткая посадочка. Мне кажется, сейчас резко будет подниматься вода. Опять мусор. Спасибо. Ну, бегим тогда. Что могу сказать? Бегим. Ох, черт, снова Фрэнк. Здорово. Черт, в воде не побегаешь. Он все ближе и ближе. Дальше могу? Могу дальше. Наконец-то он уходит. Принесло, так принесло. Как обычно. Что ж, будем надеяться, Фрэнк не вернется. Не крокодил, не крокодиловая, не боимся. Время скрываться. Ну, куда мы сейчас пойдем? За нами? За нами. Есть ли в этом смысл? Я, конечно, не вижу в этом смысла. И чем мы что пришли? Ну все. Что могу сказать? Смог. Выход, как обычно. Что там за дверь была? Лодка. Плывем чё? Человек. His only wish is for his female companion to be here as well. He
feels terrible guilt. Not because of all the atrocities he has committed to his fellow contestants, but because his mating partner always longed for a watercraft romance. He never had a chance for a courtship such as this. Seeing vividly his own reflection in the bizarrely clear water of the sewer system makes the human contemplate. Never in his life has he felt more detached from that very same reflection. As the human passes the unnecessarily large statue of Frank the Crocodile, he wonders if anyone out there actually cares about his performance in this great show. Probably not. But the ginger human cares. He cares about winning this show. He cares about the over-the-wall traveling visa. He cares about seeing the female he's been chatting about. He cares. But he knows he needs to stop fighting himself. And accept the role he's assuming. He knows that the reflection he sees now is not the same one he used to see. He knows that his female companion will notice that change as well. All that makes him worry, and his worry always makes me laugh. Там, конечно, какой-то был другой голос. Но раз это ворон говорит, пусть будет как ворона. Просьба всем проследовать в зал для голосования. Время выбрать правильную сторону. О, здорово, время голосования. Там вниз. Два раза вниз. Еще раз прослушаем это все. Прыгай. Ну. Едет. Этот перепрыгнуть? Да, перепрыгнул. Есть на ноги. Похоже, как раз он сегодня не взят. Я думал, что хотя бы Джо за них проголосует. Не, мисс? Не вижу. Здесь можно стоять. Мисс? Не вижу. Прыжок? Там он прибыл. Дадут, нет, за это. А он ничего не дает. Жоп. Не успел снять. Все заново, спасибо. Отличный выбор страны. Мы поздравляем. Это все? Да. Теперь отойдите в сторону и дайте пройти другим избирателям. Я бы хотел пройти. Не выйдет. Приезжайте вниз.
почти как все остальные. Что дальше? Хочу проголосовать за красного. Что? Зачем все усложнять? Просто делай как все. И все. Поднимайся, проголосуй. И все. Чем быстрее ты проголосуешь, тем быстрее это все закончится. Но я хочу проголосовать за красного. Похоже, у нас тот хулиган завелся. Придется задержаться. Ага, чао. Что за черт? Мои поздравления. Эй, ты, Треника. Ты что это тут делаешь? Убирайся. Синий защищает нас от агрессоров, помогает нам комфортно жить. Плюс, да знаю я, но дело все еще тут. Куда это? Ладно, не успел. Так, вниз никак. Спасибо. Петя слушает. Чао! Ай. Лежать, сказал. Как же проголосовать за красного? Да не надо сюда переключаться, ну. А, могу сюда так. Опа! Что мы тут делаем? Не слышал, ты хочешь проголосовать за красных? Мне нужно что-то менять. Перемена опасна. Да это же просто цвет. Не для них. Они охраняют этот путь. Да чё ж с ним? Так быть не должно. Может, моя роль в том, чтобы тебе помочь? Может, твоя роль не лезть в чужие дела? Что? Не помогай, Джо, это твоя игра. Не помогай, Джо, это твоя игра. Джо мой друг, так что я помогу. Ты с кем разговариваешь? Ни с кем. Пошли, я тебе помогу, дружище. Тупой край. Так. Так, как помочь? Чё? Идём нам сюда. А, да, тут два человека. Я быстрее. Ха-ха-ха. Ха, сказал же. Тоже похоже. Да, мы застряли. Эх, чёрт, похоже, тупик. Дальше не пройдем. Не волнуйся, Джо. Дай мне подумать секундочку. Так, и чё? Ах, вот оно что. Джо, постой на этой кнопке. Окей, подожду тут. Не падай. Сейчас вам отпускаете все, да? Ура, снова движемся. Как ты это сделал? Я только этим и занимаюсь в последнее время.
там, наверное, были ботиночки. Ну ладно. Так, а нет, дверь закрыта. Дальше пути нет. Это вентилятор. Я думал, это какие-то эти. Ну, что-то вертится острое. Это просто вентилятор. Идем. Подожди. Что тут? Ага, здесь не пойти. Пошли, что? Сюда идем. А, кнопку еще надо. Сейчас проверю еще. Вы что? Дальше, правильно? О, крыски. Так. Выглядит очень опасно. Я тебя отсюда морально подержу. Давай. Так. Готов помирать? Чтобы пережить это, тебе придется мыслить нестандартно. Я прямо в предвкушении жительища. Кажи отсюда глупо, птица. Я похожу подводную кнопку нажал. Оп. И отлично. Здорово. Как дела? Что такое? Это что-то видится. Я не настолько тупая, чтобы прыгать. Стой. Ты не будешь прыгать. Все заставлю прыгать. Ой. А-а-а, я же говорила. Сказали бы, что ли. Готов умирать. Сначала надо поставить. Только тогда. Вот, давай упади еще, давай молодец будешь. Я хочу дальше. Снова.
Ладно. Я смогу? Смогу. Ой, хорошо. Так. Так. И все. Еще матье. Все, можем продолжать. Спасибо. Ты что, только что скинул розу? Ну, по-твоему, это нормально? Не совсем, но нужно продолжать двигаться. Ты же хочешь проголосовать за красных? Чтобы чего-то достичь, приходится чем-то жертвовать. Так-то оно так, но не слишком ли велика цена? Впрочем, не будем об этом. Пошли. Знаешь, я не получаю от этого удовольствия, но они меня заставляют. Я всего-то хочу увидеть семью, так что у меня не было выбора. Но ты прав, выбор здесь всегда. Но мы продвинулись дальше, а сразу все будет в порядке. Никто не умирает на телешоу. Да уж, шипонопробиваемые костюмы и респиратор для дыхания, но все же так использовать людей нехорошо. Ё-моё, почему такие сложные слова говорить и всего на несколько секунд? Давай. Быстрее. Проголосуем, пока нас не заметили. Ой. Быстрее. Проголосуем, пока нас не заметили. Ну бежали, бежим, 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 бежим. Подождите меня! Стоять! Ну ни слова, у нас ничего не выйдет. Мы слишком тяжелые. Эй! Ты что наделал? Мне пришлось, Джо. Или он, или мы. Я тебе помог. Ты себе помог. Ну все. Я с тобой больше не разговариваю. Джо! Другого выхода не было. Обнаружено нарушение. Немедленно проследуйте в комнату допроса. Неблагодарный гад. Вот-вот. Выход. Нет, скорее всего, вниз. А, нет. Нет. А что будет внизу? Нет. Эпизод, в котором вас похитил ворон. Нет. Я туда больше не пойду. Ладно, глядите-ка на него. Походка. Заврала. Слово изгой, любитель красного. А говорят, он и не рыжий вовсе. Он просто волосы покрасил, чтобы выделиться. Да останьте его в покое. Его? В покое? С чего бы это? Он другу помогал. Ах да, этому типу, Джо. Мне он никогда не нравился. Может, он дальтоник? Может, они дальтоник оба? Если он дальтоник, зачем бы ему волосы красить? Может, он просто псих? Точно, иначе почему его каждый день на проверки вызывают? Ну...
Тихо. Вон он стоит неподалеку. Притворись, будто кто-то шутку рассказал. Ха-ха-ха-ха-ха. Все? Стыд. 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 Ай. Что это было? О чем ты? О том, что ты меня подтолкнула. Да? Может, перестанешь тянуть скелеты из собственного шкафа? Стоять на месте. Тебе придется проследовать за мной. Что я сделал, офицер? Кончай задавать вопросы и следуй за мной. Сейчас же. Да, иду, я иду. Угрозы к ничему. Врать не буду. Ситуация паршивая. Без комментариев. В какой момент ты понял, что Джо дальтоник? Без комментариев. Ты тоже не различаешь цвета? Без комментариев. Я буду с тобой максимальным, честно. То, что ты сейчас скажешь, решит твою судьбу. В смысле, сэр? Ты дальтоник? Нет. Когда ты толкнул того конкурсанта, что ты почувствовал? Ничего, кажется. А после? Несильную боль в пятке. А сейчас что чувствуешь? Кажется, я расселен. А что ты думаешь о Джо? Не знаю. Все еще считаешь его другом? Не уверен, что он хочет быть моим другом. Отвечай на вопрос. Наверное, нет. Ты бы стал снова помогать Джо? Я не стал бы. Хорошо. Иди отдохни. Завтра день мороженого. Отведи его в комнату. Торт на повышение. Это конец, парень. Твоего дня, в смысле? Мы тебя отведем в комнату. Да шевелись, босоногий. Я держу порядки наши. Порядок наше все. Ты погиб. Это конец. Сказали, можно текст проматывать. Никак. Ладно, иду, иду. Да иду, я иду. Ну, с охраной. Эй, держусь рядом. Держусь. Чё? Слава вождя освещает нас. Так, они ушли. Сука. Внимание, проследуйте ближайшее убежище. Пограничные страны начали бомбардировку. Примите меры по защите от радиации. Повторяю, проследующий в убежище. Радиация может достигнуть летального. Ну давайте на этом и закончим. С
Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Кто хочет поддержать канал, ссылка на Donation Alert будет в описании. А вот что произошло дальше, мы узнаем потом. Всем пока-пока.